Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы дать вам тайные слога, которые открывают человеку его чакры. Чакры, как известно, необходимо открывать человеку для того, чтобы чувствовать мир ярче, для того, чтобы в жизни происходили радостные события. От открытия чакр зависит то, насколько человек здоров, эмоционально стабилен, насколько в жизни его появляются хорошие ситуации и везет, в общем-то. Это очень несложные слога. Это слога Ха первая чакра, Ча вторая чакра, Ма третья чакра, Ла четвертая чакра, Ва пятая чакра, Ра шестая чакра и Ям седьмая чакра. Таким образом, произнося быстро слога Хачамала Вара Ям, Хачамала Вара Ям, человек открывает одновременно все свои семь чакр. Также можно просто слушать мое чтение данной мантры. Я ее прочитаю для вас. Хачамала Вараям, 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 Хачамала Вараям. Хочу мало вараям, 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 хочу мало вараям. Я желаю всем успехов в практике. Слушайте данную мантру 1-2 раза в день. Открывайте свои чакры, становитесь здоровыми и успешными. Для здоровья, успеха и радости, для везения своих учеников создана Дуа.